13 октября в Доме культуры города Верхнеуральска пройдет открытый чемпионат по безэкипировочному жиму лежа по правилам Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Взвешивание участников с 10 до 11 часов. Начало соревнований в 11:30. К участию в соревнованиях допускаются команды и отдельные участники, достигшие 14 лет, имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний. По итогам соревнований в соответствии с весовой категорией нормативы и звания присваиваются вплоть до кандидата мастера спорта Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Обязательно предварительная заявка до 11 октября на адрес электронной почты, который вы видите на своем экране. Подготовку к соревнованиям проводит мастер спорта, чемпион мира по правилам Национальной ассоциации пауэрлифтинга Карамалак Никита. Всех желающих приглашаем для проведения тренировок по пауэрлифтингу в тренажерный зал физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» каждое воскресенье в 15:00. По всем интересующим вопросам, касающимся организации проведения чемпионата, обращаться по телефону 8 951 815 42 27. Ефремов Сергей Александрович.